Всем привет! С вами новости Демисольки. На этой неделе у нас особенный выпуск. Вы обратили внимание, что он вышел в 2020? И это не случайно. Сегодня, 20 декабря, свой день рождения отмечает Ольга Леонидовна Юдахина, художественный руководитель нашего театра. Ольга Леонидовна, мы желаем вам как можно больше вдохновения, концертов с миллионами зрителей по всему миру, здоровья и процветания. В честь такого приятного события мы с вами, дорогие зрители, поиграем в небольшую игру. Ищите число 20 в выпуске и пишите в комментарии, сколько раз вы его увидели. Ну что ж, поехали! От всей души поздравляю детский музыкальный театр «Домисолька» с 30-летием. Хочу пожелать Ивану Жиганову и Ольге Юдахиной вдохновения, сил и большой-большой удачи. А маленьким артистам театра желаю большого светлого будущего. И я абсолютно уверен, что мы непременно встретимся на большой сцене. Ждем вас! Алфавит Демисольки возвращается. И сегодня мы вам расскажем про букву Ё. И это ёлка! Без ёлки мы не можем себе представить Новый год. И тем более ёлка создает новогоднее настроение. Шарики, гирлянды, огоньки. Просто сказка. А с какой радостью мы бежим после Нового года к ёлке, чтобы забрать подарки от Деда Мороза. Давайте отправимся в сказочное путешествие по лесу Демисольки. Вся земля белым пледом укрылась, и опять на душе так светло. В этот день что-то в нас изменилось, что-то в мире произошло. И легко нам с печалью проститься, стать добрее может каждый человек. Жизнь свою пишем с новой страницы, чистый, словно этот белый снег. Белый снег кружится, на окна не ложится. Стрелки замедляют на миг свой бег. Белый снег кружится, и волшебство случится в час, когда всех нас укроет снег. Демисольке 30 лет. За это время из стен театра выпустилось немало артистов. И пусть юбилей уже прошел, но получать поздравления всегда приятно. Особенно, если это теплые слова от наших выпускников. Та-дам! С днем рождения, наша любимая Демисолька! Ольга Леонидовна, Иван Назибович, вы нам подарили столько тепла, столько уюта, вы научили нас дружить, научили нас справляться с предательством, проходить неудачи. Я считаю, что такие знания, как в Демисольке, нереально получить больше нигде. Тот объем информации, знаний, эмоций, которые в нас складывает каждый педагог, это очень дорогого стоит. Вы по-настоящему формируете из каждого ребенка, который приходит в ваш дом, личность и артиста. Большое спасибо вам за то, что сделали в свое время для меня, и за то, что продолжаете делать по сей день. Это удивительно, что у вас до сих пор хватает энтузиазма работать над этим замечательным коллективом. Я вам желаю вырастить еще не одно поколение таких же маленьких Демисолек, как и мы были в свое время. Я очень рада, что театр растет и развивается, и поздравляю его еще раз с 30-летием. Всем любви! Жу не шен же квайле, жу не шен же домисолька, жу
челлендж. Снимайте семейные поздравления и выкладывайте в соцсети с хэштегом «Новый год» вместе с Домисолькой. Лучшие видеоролики будут выставлены на официальных каналах театра. Давайте создавать новогоднее настроение вместе! Праздничный выпуск подошел к концу. Так сколько раз в этом выпуске мы спрятали число 20? Не забудьте написать ответ в комментариях. Еще раз поздравляем с днем рождения Ольгу Леонидовну. До встречи через неделю. Пока!